Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю вас прогуляться по магазину Фикс Прайс и посмотреть новинки. Новинок много, посмотреть есть на что, а если вы уже что-то покупали и пробовали, пишите в комментариях. Конструктор шурупчики от Play the Game, производитель Китай, стоимость 299 рублей. В набор входят 80 шурупов и 16 деталей разных форм и цветов, отвертка и игровое поле с отверстиями. Такие игры хорошо развивают мелкую моторику рук. Игрушка-поливайка от Sport & Fun, производитель Китай, стоимость 249 рублей. Весьма интересная конструкция, которая имеет размеры 39 на 16 сантиметров, предназначена для детей старше 3 лет. Игрушку присоединяют к шлангу с водой и обозначают границы игрового поля. Побеждает самый ловкий участник, которому удается убежать от брызг воды и остаться сухим. Марка Синду продолжает расширять линейку своих продуктов, и в продажу поступили бальзамы для волос от Синду. В наличии три варианта: увлажнение и уход с киви, восстановление и обновление с личи, блеск и гладкость с манго. Бальзамы продаются в объеме 300 мл в удобном флаконе с дозатором, произведены в Казани. Производитель убеждает, что они решат все проблемы ваших волос. Четырехугольная стеклянная банка Ato Kitchen объемом 250 мл, производитель Китай, состав стекло и полипропилен. Отлично подойдет для хранения соусов, сиропов или каких-то других жидкостей в домашних условиях. А после этого мне захотелось бежать куда подальше. Пена для бритья Arca Man Sensitive в объеме 300 мл стоит 99 рублей. Пена предназначена для чувствительной кожи. Имейте в виду, что 100 мл пены в этом флаконе идет в подарок. Шприц кулинарный, предназначенный для соуса. 60 мл объем, состав полипропилен, нержавеющая сталь и каучук. Производитель Китай. Этот шприц очень смахивает на медицинский. Единственное, что у него очень большой объем и большая толстая игла. Дырки, которые расположены так, чтобы легко и быстро замариновать любое мясо. Детские шапки на обхват головы 52-54 см, производитель Китай, связаны из акрила. Связаны шапки платочной вязкой, а рисунок напоминает большую ягоду клубники. Представлены шапки в различных цветовых вариантах. В целом неплохая шапочка для прогулок весенних, осенних. Греть будет и напоминать о лете, и поднимать настроение. Связанные шапки унисекс на обхват головы 58 см, дизайн широкие яркие полоски. Произведены эти шапки в Китае из 100% акрила, и скажу вам, что ценника на эти шапки тоже еще нет, но даже 55 рублей за такую шапку я бы, честное слово, пожалела. Качество вообще ужасное, везде какие-то махры, нитки торчат, в общем, не советую. Мега креативные поздравительные открытки производителя Россия, стоимость 77 рублей. Мне кажется, эти открытки добавят изюминку вашему подарку и отлично поднимут настроение адресату. Детские шапки на обхват головы 52-54 см, состав 90% акрил, 10% полиэстер, производитель Китай. Эти шапки имеют широкую резинку, которая полностью закроет ушки, и довольно куцый помпон. Декорированы шапки вязаными рисунками. В основном это мордочки оленей. Продаются в различных цветовых вариантах и сочетаниях. Также в этой коллекции есть круглая форма для выпечки диаметром 29 см. Производитель Китай, состав силикон. Она также, как и другие формы, имеет уплотненные ручки для удобства, рифленое дно. И дно у этой формы чуть меньше, чем вверх. Поэтому выпеченный в ней пирог будет иметь форму трапеции, на что нужно обращать внимание, потому что это не всегда удобно. Продаются эти формы в двух цветах, бежевом и белом, так же, как и другие. В этой же коллекции появились силиконовые скалки длиной 43 см, состав полипропилен, сталь, силикон. Производитель Китай. Скалки предназначены для раскатывания любого теста, пресного, дрожжевого, слоеного или песочного.
продаются так же, как и форма для выпечки в двух расцветках – белый и бежевый. Такая скалка хороша тем, что крутится независимо от ручек и к ее поверхности не прилипает тесто. Форма для выпечки Ato Kitchen на 12 ячеек. Производитель Китай, состав силикон. Это, видимо, поступила новая коллекция, цен на нее еще нету, поэтому можете даже не писать ничего мне в комментарии. Форма приятная во всех отношениях, выглядит отлично, но ячейки мне показались очень уж маленькими. Есть даже, видите, ручки уплотненные, чтобы удобнее было форму держать. Декоративный ящик представлены в новой коллекции Home Sweet Home, производитель Китай, состав сталь МДФ. Этот ящик стоит уже 299 рублей. Размер этого ящика 24 на 10 на 15 сантиметров. У него есть два открытых отсека и один ящик выдвижной. Подойдет как для спальни, так и для рабочего кабинета. Идеальное решение для хранения различных бумаг, журналов и других мелочей. В нашем магазине ящики представлены в трех вариантах – темный, светлый и светлый с деревянной панелью. Третий вариант мне понравился меньше всего. Мини-штатив от Flex для мобильного телефона. Страна-изготовитель Китай, состав АБС, полиуретан, сталь. Стоимость 149 рублей. Эта тренога подходит для большинства смартфонов, камер и фотоаппаратов. Предназначена для устройств шириной не более 95 мм. Высоту имеет 145 мм. Имеет регулируемый угол наклона. Женские кошельки бронзового цвета, производитель Китай, состав ПО, полиэстер и сталь, стоимость 199 рублей. У кошелька есть ремешок на запястье. Если он вам не нужен, его можно отстегнуть. Кошельки украшены ромбовидной стежкой, вся фурнитура золотого цвета. Туфли комнатные женские, размеры с 36 по 41, произведены в России. Красивые тапки под названием «Миледи» с очень симпатичной собачкой из мультика, но подошва оставляет желать лучшего. Я такую подошву долго не ношу, либо нитки перетираются, либо я их просто рву об порог. Стоят такие тапки 199 рублей. Детские носки от Zoe, размер с 7 по 9. Состав 67% хлопок, 33% полиамид. Произведены в Китае. Стоимость набора 99 рублей. В набор входит две пары носок с симпатичными мордашками мишек белых и пант. Детские носки от Zoe, размер с 5 по 7. Состав 67% хлопок, 33% полиамид. Производитель Китай. Стоят такие носки 99 рублей. В наборе идут две пары одинакового цвета. Кстати, в продаже очень много расцветок, выбрать можно будет на любой вкус. И рисунок в верхней части носков меня очень заинтересовал, потому что с одной стороны есть глазки, а с другой стороны глазок нет. И только потом я поняла, что это так задумано. Скорее всего, это поросенок, ведь спереди и ведь сзади. Миска под громким названием «Престиж», объемом 3,2 литра. Произведена в Республике Беларусь, сделана из полупрозрачного полипропилена, стоит 99 рублей. Продается в нескольких расцветках. Самый симпатичный вот этот бирюзовый. Эта миска легкая, практичная, имеет ручку и удобный носик для переливания.